5 идут. Влюблённые пары. Иди вот туда ложись. Вот умничка. Он у него прямо перед Ниста ложится, перед своей дамой сердца. Никуда не пускают. А куда у нас Чипушка пошел? Мы оставим влюбленный. Сейчас посмотрим. Вот, ну правильно. Значит, он вчера или сегодня утром, вот он пошел туда. Здесь неинтересно. Я побыл немножко, да. Толстопопик немножко помешал влюбленной паре и пошел туда, к Марселю. Вот. Бродяга везде успевает. Ой. Маленький мальчик. Он тоже в любви. Только я не могу понять, где его дамы. У него столько было дам сердца, что я уже запуталась в них. А сейчас что-то он какой день в одиночестве бродит и пристает к влюбленным парочкам. Все. Пошел. Ага, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. И эта парочка туда идет. Ой, здесь лучше, конечно. Ой, как красиво. Вот смотри, Оленька, идут с вами. Гуляют. Лев и Лидица. Походу его это мадама. Вот они туда тоже за Чипулей пошли. Смотри, как он ее хранит. Ха, опа! Опа, как здорово. Маникюр. Тоже обязательно надо. Конечно. Свидание-то романтическое. Догоняй, догоняй, а то убежит. Да, вечером люблю саванну. Здесь много интересного. Угу. Да, да и вот он лежит. Иди ко мне, иди ко мне. Угу. На львиный пляж идут. Там, наверное, сейчас немножко пошуметь. Девчонки любят это делать, да. Так что вот так, друзья. Там львиный пляж. Там все спокойно, пока лежат. И парочка пошла. Опа, опа, смотрите, как она. Ой, я не могу в догонялке. Боже мой, все как у людей. Хвостик трубой и побежала кокетка под красивое дерево, привела своего кавалера. В общем, вот так, друзья, смотрите, как все. Алекс лег, дамочка, не знаю. Такая еще видно.
Чипу погнала. Так, для до всякий случай. Такая вечерняя саванна и влюбленная пара на романтическом свидании.